Дорогие друзья, дети, родители, сотрудники и, конечно, Мария Юрьевна, я бы хотела вас поблагодарить за участие в новогодней акции. Вы пекли пряники, делали онлайн-пожертвования и пожертвования в конвертах. Всего удалось собрать почти 230 тысяч рублей на помощь проекту «Дети в беде». Эти деньги будут потрачены на оплату лечения, реабилитации и оплату работы нянь для детей-сирот, которые находятся на госпитализациях в московских больницах. Вместе с нянями дети быстрее выздоравливают, и лечение и реабилитация – это дополнительный шанс найти новые семьи для этих детей. Мы очень надеемся, что 6 детей, которым вы помогли в ходе новогодней акции, скоро найдут новые любящие семьи, и это будет самым главным чудом в их жизни. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю волшебства в наступающем году, конечно же, здоровья и всего самого хорошего. Спасибо вам за ваше неравнодушие.